маленькой каморке, где скребутся мыши, где коты дерутся, и гуляет ветер. Жил несчастный самый человек на свете. Не умел летать, но хотел кому-то другом стать. Он за душой не имел ни гроша, но как мог развлекал малыша. Он по веревке спускался вниз, чтобы попасть к малышу на карниз. Ему приходилось собой рисковать, чтобы думал малыш, что он умеет летать. Несчастный Тарсонов ряды.